Работы с копьем очень часто, естественно, используется работа со средним оружием. Нельзя сказать, что это короткое, да? Иногда они были подлиннее, чуть покороче, то есть разное клинковое оружие старого Китая. Естественно, оно также повлияло на развитие кулачных систем, как и копье. Поэтому нельзя сказать, что, допустим, могли работать копьем, но не могли работать саблей. Просто для того, чтобы создать хорошее клинковое оружие, нужно больше металла, и, естественно, оно более дорогостоящее, чем просто привязать к палке кусочек железа, да, или же даже в Китае, когда было ограниченное количество железа, использовали рога животных, оленей, да, или даже каменные наконечники. Если копье чаще использует ведущую руку сзади, да, передняя рука направляющая, задняя силовая сзади, то для клинкового оружия часто правая рука, поэтому обычно к противнику становится правым боком, да, поэтому иногда говорят, что вот это как бы, если китайские специалисты стоят правой рукой вперед, они левши. Нет, это тоже влияние того, что работа клинковым оружием осуществляется передней рукой, которая находится к противнику. То есть стоять к противнику и использовать заднюю руку то для работы с оружием, то передняя обычно сначала с щитом. Да? Или же это было промежуточное положение. То есть если вы атаковали, допустим, с передней ноги работали, у ваша рука и нога, если был уход, у вас уже тоже крестообразное положение. Если еще один уход, у вас тоже такое положение. Поэтому если на картинках нарисовано, допустим, такое положение, такое положение, не значит, что человек не должен стоять и в них фехтовать. Это промежуточные формы, в которых человек пребывает во время манипуляции с оружием и именно фехтования. Поэтому для каждой из этих позиций есть свои определенные какие-то требования и условности, в которых можно сформировать нужные вам качества ног, качество тела, качество плечей, точность удара, соединение глаз, кончика оружия, кончика ваших конечностей ног. Да, то есть все эти требования будут отражены как в трактатах и по фехтованию, как в трактатах и по кулачному искусству. Поэтому еще раз говорю, что нет прямой аналогии, что если вы точно так же сидели с оружием, если вы его положили, то точно так же вы будете драться кулаками. Ноги можете поменять, подвигать, то есть тело будет, естественно, меняться. И не будет прямой аналогии. Но если вам формировали ваше тело, в котором вы привыкали работать, допустим, с оружием, так, то, естественно, и без оружия у вас будет, естественно, похожее формирование шага и ваших рук. Поэтому рубящие удары, колющие удары, они будут отражаться и на действием рук. Но нельзя уколоть точно так же рукой, как уколоть точно так же, как саблей. Поэтому все вот эти рассказы, что нужно колоть пальцами в горло и в глаза, это достаточно условно. То есть поломать себе пальцы, для того люди и брали в руки оружие, для того, чтобы пальцы, руки не повредить. А не тыкать этим всем так же, как оружием. Поэтому рука никогда не будет саблей. Поэтому для того, чтобы разобрать, допустим, влияние, допустим, чхуань, да, в руке, или чуань в сабле, или ляо в руке, или ляо в сабле, да? То есть нужно видеть, чем оружие отличается от руки. Это понятно, нельзя делать прямые аналогии. Поэтому, если вас заинтересует данный вопрос сравнения техник кулачных, там, ладонных и сабельных, или копейных, этому можно посвящать много внимания, но это все разговоры. Когда вы изучаете и фехтование, и кулачный бой, и борьбу вместе, то эти аналогии можно найти на каждой тренировке, и желательно их находить на каждой тренировке. Поэтому при тренировке ушу очень часто используется оружие, да, чтобы нагляднее показать некоторые вещи, допустим, в шагах, или там в принципах, или же, допустим, в плоскостях, в которых ваше тело сражается с другим человеком. Поэтому оружейная техника и сохранилась, потому что она очень, как сказать, нагляднее иллюстрирует некоторые принципы. Естественно, допустим, работа с оружием формирует определенные качества тела. Поэтому разные скручивания, приседания, складывания, которые можно делать, допустим, с саблей, с копьем или с большой, очень тяжелым шестом, они повлияют на развитие всего вашего тела, да, и принципиального, и физического, которое вы потом можете использовать в разных вариантах.
Поэтому я думаю, что к работе, допустим, комментарии к оружию или сравнению мы вернемся в следующих наших беседах и лекциях, которые, допустим, будут более подробнее посвящены какому-то определенному действию, когда будет удачно сравнивать уже разносторонне. Поэтому спасибо вам за внимание. Надеюсь, наш выпуск будет полезен для вас.